Ручные радары вернулись на дороги. Мобильные средства измерения скорости не использовали с июля прошлого года. Теперь же на вооружении у сотрудников ДПС приборы модернизированные. Бинары имеют две камеры. Одна пишет общий план, вторая фиксирует госномер машины-нарушителя. Погрешность измерений 2-3 км в час, а дальность действия прибора до 300 метров. Как рассказывают инспекторы, с показаниями приборов водители не спорят. Наказательная база улучшилась. Которые раньше показывали, они показывали и скорость уходящего автомобиля, и приближающегося автомобиля. Это, конечно, проще. Это в этом приборе устанавливаешь место принесения службы, там, допустим, населенный пункт, улица, адрес. И уже намного все проще при представлении доказательств. Еще одно новшество модернизированного оборудования. Инспектор не может повлиять на показания радара. Стереть запись и удалить фото невозможно. В конце дежурства фотографии распечатывают и прикладывают к квитанциям со штрафом. Такой способ контроля актуален. Многие автолюбители научились обманывать стационарные камеры фиксации нарушений скоростного режима. Многие граждане нашей области прекрасно осведомлены, где установлены камеры фотофиксации нарушений. Снижая скорость в этих местах, они после проезда камер увеличивают скорость и также продолжают нарушение скоростного режима. В связи с этим мы вводим в эксплуатацию эти камеры. Нести службу с радарами сотрудники ДПС будут на самых аварийных участках дорог – трассах М5, Самара-Бугуруслан, Самара-Волгоград. Всего в работе уже больше 20 таких приборов. Кроме того, больше на дорогах станет и камер, которые фиксируют заезд на стоп-линию. Сейчас их 39, а к концу года будет уже 73. Марина Кравцова, Василий Калдашов. События.